Йоу-йоу-йоу, с вами Лёх, Мото Вьетнам. Да, как бы сегодня, точнее вчера еще с ребятами встретился, но, короче, сегодня с моим давнишним другом Сашкой. Йоу-йоу-йоу, вот. С вами Саня, Авторроссия и Лусине, Автоармения. Лусине, привет. И, конечно же, Дин. Автоистория. Дин, красавчик. Вот. Сашка с Лу приобрели прекрасный автомобиль Volkswagen T3. У них свой канал в Instagram, на YouTube-чике. Оставлю ссылочку. Что они делают? Они старый Volkswagen преобразовывают в дом на колесах. И, собственно говоря, все втроем на нем путешествуют. Расскажи поподробнее, Сашка. Какие планы, что кого? Поскольку Лёха жалуется, что у него очень длинный контент, я имею в виду. Короче, машину мы покрасили сами. Сейчас здесь мы все убрали. Стелим пол, подняли багажник. В общем, здесь будет кровать, там будет один шкаф. Здесь будет второй низкий шкаф. Здесь будет кухонный шкаф. И там будет раковина и газовая плита. И вот диван будет раскладываться, и мы будем на нем раскладываться и ехать, путешествовать, ехать. Полем, лесом, лесом, полем. Во Вьетнам приехать, а Леха говорит, что нельзя. Нынешняя, этот самый, очень модная фраза от Дмитрия Анатольевича, экономически невыгодно. Вот. Сашка, я вот посмотрел там на пробег 159 тысяч. Неужели это самое? Ни разу не крашеная, в ДТП не участвовала. Продавцы что только не расскажут, да? Вот, и другой вопрос. Как ты думаешь, это второй раз уже как бы по кругу пошел или третий? Я думаю, это даже не второй, потому что там типа какое-то еще маленькое пространство для разбега. Ага. Нет, ну машина на самом деле она бодрая, она в хорошем состоянии. В России два владельца, у нее мы третий, и ездила только в Астрахани. Вот. Мы потом. Да-да, понаехали. Балбесина. Пока.